Привет всем, ребята, Кент на проводе. И, ребята, перед началом этого опупенного видео, как обычно, розыгрыш на 1000 БС голды. Чтобы ее получить, вам, ребята, необходимо поставить лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий, ну а также оставить ваше ВК. Ребята, изи, 1000 голды, так что участвуйте и побеждайте. Ну что же, а мы начинаем смотреть мое крутое видео. Так что, ребята, всем удачного просмотра. Здарова всем, уважаемые подписчики. И сегодня, ребята, ваш Кент ПК вам расскажет один большой секрет. Я узнал то, что Тик-Так, он гей, вот. Как сделать одну руку в Блокстрайке? Конечно, возможно, вы скажете, мол, Кент ПК, да ты же сплагиатил у ютуберов. Нет, ребят, ничего подобного. Почему я не плагиат, вы просто поймете дальше, потому что у тех ютуберов, которые снимали подобные видео, у них, ребята, была вообще другая комбинация, и при том она не работает. Вот я не знаю почему, но у меня она не работала, поэтому, ребята, я нашел свою комбинацию, как можно сделать так, дабы пропала одна рука. Ребята, все очень просто, смотрите, для начала вам необходимо взять нож в руки, дальше... Два раза нажимаем на кнопочку перезарядки. Почти сразу, ребят. Вот почти сразу два раза на кнопочку перезарядки. И сразу после этого мы, ребята, нажимаем два раза на кнопочку атаки. И все! Это просто изи. Ну, я думаю, что вы про это не знали. Да и про это вообще никто не знал. И я даже не знал, и случайно нашел. Так что, ребята, пожалуйста, поддержите вашим огромным, жирным, таким синеньким лайком. Обязательно, ребята, подпишитесь на мой канал, нажмите на красную кнопочку, обязательно, ребята, звоните в колоколы, ну, на колокольчик нажимаете. Ну и, в принципе, все. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.